Лесты эстонские, насысты наши, они, скажем прямо, если и отмороженные на голову, то тихо отморожены. В Латвии это более ярко все выражается, поэтому, конечно, государство и латышское, и эстонское должно с отморозками воевать, но то, что мы сейчас видим, это, по крайней мере, в Эстонии можно твердо говорить о поддержке государственной этих отмороженных на голову людей.